Ты наверняка знаешь такого вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Ты даже недавно записывал ему поздравления. Он тебя очень сильно благодарил и просил передать тебе спасибо. Во-первых, спасибо Игорю, потому что он был и, по-моему, и сегодня остается великолепным вратарем. Я помню, что когда говорил с Фабио Капелло, он мне сказал то же самое. Он сказал: в России есть очень сильный вратарь. И мне важно сказать это, потому что он этого заслуживает.